Это гибрид Верон. У нас такого тип сливки. Завязывание плодов просто изобильное. То есть очень плотный, транспортабельный. Это коммерческий гибрид. То есть это вот первая кисть. Смотрите, выбрали, да? Вторая кисть. Третья кисть. Четвертая кисть. Пятая кисть. То есть как бы все для... В принципе, ну, любой даже здесь. Опять же смотрим, да, тоже опять же, вот она, первая кисть. Плоды все довольно крупные, то есть грамм 150, где-то 170 где-то плоды. Вот. Первая кисть, вторая кисть, третья, также вот четвертая, пятая, пять кистей. Здесь то же самое. То есть, ну здесь вообще, то есть он как виноградная гроздь, то есть вот. Здесь получается в кисти вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать. 13 плодов. То есть в общей сложности где-то, ну, килограмма полтора под два где-то в этой кисти есть. Вот она, вторая кисть. То есть томаты его держат. Растения, плоды просто мощные. Очень урожайные. Опять же, зависть идет. То есть вот она. Третья кисть. Четвертая кисть, то есть завязывается хорошо при высокой температуре. Пятая кисть вот формируется уже при температуре под 40 градусов. То есть, ну и вершку именно. То есть очень хорошо вытаскивать плоды, очень вкусные. То есть рекомендуем. Ну и самое главное, это необычная форма, это очень транспортабельные. Урожайные и транспортабельные. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I'd tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. Say my day's a number, but I keep waking up. Know you see my text, baby, please say something. Wine by the glass, your man, a cheapskate.